жителей Нижневартовского района появился новый цифровой флюорограф. Им оснастили больницу в Излучинске. Современное оборудование заметно снижает воздействие рентген-лучей на пациента, а полученные с помощью него снимки сразу поступают на компьютер врача-рентгенолога. Больше не нужно тратить дополнительные средства на приобретение фотопленки, на ее проявление. Отмечу, что исследование грудной клетки позволяет выявить ряд серьезных заболеваний на ранней стадии. В день специалист успевает сделать около 60 заключений. В первую очередь он обращает внимание на наличие затемнений в органах дыхания. Если выявляется патология во время флюорографии, то больной, да, обследуется, делаются снимки, и в случае необходимости томограмма направляется на консультацию к специалистам. Там тубдиспансер, онкодиспансер. Я вообще-то житель Излучинска, вот, и, естественно, конечно, я обращаюсь только в свою поликлинику. Очень хорошо, что в Излучинске работает кабинет флюорографии. Не нужно ехать в город.